Установим Wireshark на Fedora. Запустим Fedora. Консоль, терминал запустили. Так. DNF. Install. Arc-QT. Установили. Ctrl Shift. Новая вкладка. Wireshark открываем. Ну, как видите, у нас нету интерфейсов. Давайте мы добавим нашего пользователя в группу Wireshark. User mode. Wireshark. Добавили. It. Естественно, ничего не изменилось. Добавить нужно grab Wireshark. Для того, чтобы подключить эту группу в текущем сеансе. Ну и давайте мы запустим Wireshark. Вот у нас сразу появились наши интерфейсы. Ну, интерфейс молчит у нас, в отличие от обычных систем, нету трафика интенсивного. Ну, а мы сейчас трафик организуем. Ну, Mozilla Org, например. Так. Смотрим, трафик пошел. Вот он. Тоже немного трафика. Будем ходить сюда, то у нас трафик, естественно, будет больше. Ну вот, все. Теперь вы можете спокойно работать с Wireshark. Под Федорой. Установили. Выйти без сохранения. Эти кнопки.